В Мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» стартовал новый сезон фестиваля «Юные инженеры Арктики». О том, какие научные изыскания проводят юные северяне, в нашем материале. Роботы, искусственный интеллект и самообучающиеся программы. В Мурманской Лапландии вновь начал работу областной фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Дети увлеченно занимаются самыми разными проектами из области робототехники, химии, программирования и других областей науки. Например, Егор Осетров вместе с другими ребятами учит робота объезжать препятствия определенного цвета. Он реагирует на цвет банки. То есть, если банка черная, он ее просто сбивает, вперед проезжает. А если белая, то он ее объезжает. Кто-то скажет, подумаешь, что тут такого. Однако проект Егора и его команды весьма перспективен. Их наработки могут быть использованы в процессе создания искусственного интеллекта для автономных машин, управлять которыми будет компьютер. И таких исследований действительно много. Фестиваль будет работать на протяжении всего учебного года, а потому юные инженеры самых разных возрастов получат возможность проявить себя. Ребята у нас участвуют в данном мероприятии от 5 до 18 лет. На мероприятии вот сейчас сезон научно-технического творчества зарегистрировалось более 350 участников. Детей ждут различные проекты, решение задач региональных хакатонов и другие испытания. Участники фестиваля имеют возможность научиться новому, а заодно обзавестись яркими впечатлениями.